Стрелец. 22 ноября-21 декабря. В этот период проявите заботу о бедрах, венозной системе кровообращения. 22 ноября. День Матроны. Назван в честь преподобной Матроны Царьградской. В юности она вышла замуж по велению семьи. Часто посещала храм, где проводила много времени в молитве и общении с благочестивыми людьми. Стала подражать им, смиряла плоть постом и воздержанием. Приняла решение отправиться в мужской монастырь, чтобы супруг не смог найти ее. Переоделась в мужское платье, остригла волосы и отправилась в мужской монастырь, представившись евнухом Вавилой. В народе говорили, что с этого дня зима вступает в свои права. Также была распространена вера в то, что Матрона ставит зиму на ноги на небесах. И для этого призывают помощники холодные ветры. По этой причине сегодня частенько наблюдалась ветреная погода. В этот день следует делать подаяние бедным и нищим, одаривая их ненужной одеждой и предметами обихода. Для этого хозяйки проверяли сундуки и лишние вещи раздавали. Сегодня пересматривали теплую одежду, чтобы понять, стоит ли ее носить зимой. Именно поэтому Матронин день подходил для того, чтобы расстаться со старыми вещами. В народе старой вещью считалась такая, которая не использовалась более 3 лет. Сегодня заговаривали траву дербенника, иван-чая, плакун ивы и некоторые другие, чтобы в ней появилась чудодейственная сила. С помощью этой силы можно было обращаться к силам природы и искать клады. Приметы. Если утром и не виден, год будет урожайным для овса. Сегодня дождь пошел к урожаю пшеницы. Иней покрыл деревья к сильным морозам. Туман к оттепели в ближайшие дни. Утки до сих пор в водоемах плавают и не улетают. Тепло сохранится еще долгое время. Гуси вышли на лед к потеплению. Погода на Матрёны говорит о погоде в мае. Не стоит сегодня отдавать кому-либо старую, но не постиранную вещь. Вместе с ней можно свою долю, то есть счастье, в чужие руки отдать. Поэтому надо обязательно постирать вещь, чтобы на ней ничего не осталось вашего. Если сон приснится на Матрону, то он сбудется на следующий день к полдню. Есть особый день в году. Наступает темноту, Новым годом он зовется, и всех людей удается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Эй, веселись, 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 народ. Наступает Новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем. И почеканье бокалов входит счастьем в каждый дом. Эй, веселись, 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 народ. Наступает Новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей. Загадай свое желание и под звон курорта пей. Веселись, 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 народ. Наступает Новый год. Что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это Новый год. Бам-б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 ам-